волею судеб, друзья, и никак иначе, оказались мы в городе Редвуд-Сити. Это в Кремниевой долине, тут такое место, видите, хайвей там, выход на хайвей, тут какие-то заправки всякие. Ну и вот дилершип, в данном случае слева. А вот справа у нас будет сейчас заправка автомобиля, такая доисторическая. Вот мы с вами снимали бесконтактные заправки, а это будет контактная. Вот мы поближе подъедем, я продолжу съемку. Вот это, друзья, пульт управления такой. И, собственно, смысл этого всего в том, чтобы вот там, где тастатура, набрать номерочек пятизначный, который вам дают при покупке квиточка на помывку. Это может произойти в виде квиточка, который вам дают во время заправки бензином, там со скидкой. А можно просто вот карточку, там, правда, написано, извиняюсь, карточки не берем. Вот можно наличкой, я не знаю, куда там наличку сувать. А, есть, да, вот для билов там, да, внизу есть такой. Вот, и дальше вот мы сейчас отправимся вот в этом направлении. Солнце так падает, что нам не очень хорошо видно. Вот, ну, я тогда пока выключусь, а когда идет до дела, через минутку, пойдем внутрь, и я включу. Автомобиль перед нами тронулся вперед, и мы сейчас пойдем, вот нам зеленый огонек, если вы видите. Так. Ага. Его там немножко так просушивать, видите, сколько всякого собралось тут у нас на стекле. Движемся. Явно зеленый сигнал адресован нам. Так. В какой-то момент он скажет, красненьким скажет нам, нет, пока такого не случилось. Стоп, говорит стоп. Все. Остановились, пожалуйста. Могу даже выключить движок. Вот. Мойка у нас, друзья, совершенно доисторическая. Вот так раньше мыли, до появления бесконтактных. Так. Значит, самую дорогую я взял за $9. Там уже и с тройным шампунем, и с ваксом, то есть с воском там потом, значит, так далее, чтобы легче смывалась грязь, когда ее моешь там дворниками. Вот, но надо сказать, что вот эта вот обработка воском имеет свои недостатки, потому что когда дворниками смываешь, маленькие капельки водички остаются. То есть так вот, как-то оно такое гладенькое, что аж дворники его не берут так на 100%. О, смотрите, что творится в окне. Вот этим и моют. Тут что-то... О, пошла на нас, смотрите, прям пошла на нас такая страшная штука. Со всех сторон, из боков, и спереди вот она на нас. Пошла, давай. А, по капоту работает, да. Живописно. Мне кажется, вам должно понравиться. Сейчас вообще в бизнесе по помывке автомобилей тоже вопрос острый стоит. Остро стоит об экономии воды. Раньше как-то они поливали себе и все. А сейчас стараются экономить. И мое понимание такое, что вот эти старые мойки, они более затратные. Так. Наверное, я движок включу, а то кондиционер выключился. Душно становится.
Ой, слушай, у меня дворники надо было отключить, а то они на автомате тут. Так ты выключи. Как это совсем? Я не умею совсем выключить. Ладно, так. Я лучше мотор выключу, так. Надо научиться выключать дворники. Как-то никогда не было такой задачи у меня. Так, пошли поливать нас чем-то таким. Я бы сказал, нас не поливают, а орошают. Да. Опрыскали. Вот надпись говорит, сполоснули. Там, видите, он впереди операцию описывает. Clear coat. Окей. По красному там было такое. Это сколько воды ушло-то? Так. А теперь, говорят, уходи отсюда. Ну, давайте будем уходить потихоньку. Так, их. Идем. И вот тут сейчас вот эта штука. Оп. Будет нас воздухом, смотрите. Она будет немножко отходить по мере того, как мы выезжаем. Под давлением воздуха. Торопиться мы не будем, пускай сохнет. Но она с колесиками, видите, если что. Ох, нехорошо. Ну что, друзья, покидаем. Покидаем заповедное место.